Ну чё, кто на меня? Может, ты? Здорово, 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 ребята, всем привет. Хрень какая-то получилась. О, так я его сейчас еще раз шибану. Панцерфаусты. Здорово. Давай. На. Почувствуй баланс в этой игре. Там еще панцерфаустом убивают. Просто одни панцерфаусты везде тут. Офигеть. Жестко, блин. Жестко, жестко. Одни панцерфаусты. Это я возьму. Привет, Удивазы, Дима, привет, Есенин, здорово. Привет всем. Тут лута. Ну, у него дробаш.
меня где-то в этой тюрьме еще чел должен быть. Вот тут. Или в этой? Не, в этой, наверное, да? Где-то он тут стрелял. Сейчас я его вообще тут не вижу. Спасибо за фол. Красная зона у меня еще. Ё-моё, а это что такое вообще? Что за наглёж? Ничего себе, куда он захотел. Здорово всем. Тебя понял, мужик. Еще один какой-то идет. Куда убегаешь-то? А чё, 9 киллов с починок. Надо съездить открыть комнату секретную. Или не поедем. Я думаю, что стоит. А тут у меня... А я что-то и не помню больше. Знаю, что еще где-то тут есть. А тут за ней я не помню, что были. Короче, мне придется в ту сторону сейчас ехать.
Шикарно съездил за масхалатом. Полутал масхалат, блин. Какие-то ребята стреляются. Надо посмотреть. Он куда-то вниз, походу, да, стреляет? А я прям в красную зону бегу. Такая чуйка, что я сейчас тут умру с этой красной зоны. Надо было в дом встать просто. А, он к дропу бежит, я понял. Он сейчас сядет лутать, я его убью сразу. Если он не успеет каску полутать. Я с первой-то не попал. Блин, ну мне так не хочется ему коцать броню там и все вот это. Теперь у меня есть рысь. А кого я могу с этой рысью теперь убить? Я, кстати, сколько не брал рысь, никогда ее полностью не реализовывал. Ну, прям нормально. Тут за эти 10 патронов там делаешь один, но максимум 2 фрага. Ну не как с АБМ, там бывает по 5, по 6, типа за 20 пулик. Вот если бы она реально ваншотила во все, типа в третью броню, ну вот как она, БРДМ прошибает, а третью броню нет. Ну, бред. Тачку с 2 патронов взрывает, а третью броню не прошибает. Максимально странно. То есть, словно говоря, с карика ты ваншотишь в тело, СМ-24 ваншотишь в тело. А через третью броню, если это прошибает... Тут крупный калибр, блин. Типа она в любом случае должна. И типа она должна действовать так же, как будто бы у чувака вообще брони нет. И тогда 10 патронов это будет прям имба. Тогда эту пушку будут бояться и будут брать с ее 10 патронами. А так я думаю, что смысла нет. Ты только триггеришься на этот... Ну, то, что упреждение тут вообще не надо брать. И как будто бы это наоборот мешает. Ну, как по мне, лично. Я, например, иногда просто не попадаю, потому что я беру выше. Хотя выше брать вообще не надо. Вот как-то так.
Ну, тачка стоит, тут где-то чел был. Не знаю, стоит его ждать, не стоит. Ага. Разворот. Надеюсь, в этот раз реализую нормально эту пушку. По максимуму. То есть сделаю максимально с нее много фрагов. Ник, закрой сразу дверь, пожалуйста. Так, у меня чел еще справа где-то тут в кемпах. В общем, я тачку бросил и двигаюсь просто на ноге уже. Он где-то у меня здесь. А, вот он убил чувака. Сейчас пойдет лутать. БРДМ? Или не БРДМ? Привет, Ранга. Рад, что тебя много челов смотрит. Я твой 30-й краткая зритель на Твиче с тех времен. Очень рад. Ну вот я не мужчина. Понимаю просто, как попасть. Я опять ее не реализовываю, нифига. И у чувака там... О, БРДМ! Бам! У-ху! Не, реализовал все-таки, реализовал, я считаю. Я считаю, что я реализовал. Вот она прям для этого и создана, по идее. Жалко, что я не выбил его, знаете? Но тут я не понимаю, как стрелять реально. А, спасибо большое, спасибо за соточку от души. Спасибо, спасибо. Вот это было кайфово, реально. Чел не понял даже, что у него взрывается, скорее всего. У меня last патрон. Чел где-то остановился за БРДМом. Так, у меня еще чел тут, скорее всего, да? Тачка припаркованная. Стоит бежать? Ну, я думаю, что мне напрямую надо сюда бежать. Вообще, по идее, мне надо было вот так вот через лево играть. Но я думаю, что я сюда смогу сыграть тоже. Надо убить типа, выстрелить последний патрон с этой пушки и... Короче, вот тут надо убить типа, главное. Я подозреваю, что он знаете где? Единственное закрытое. Я подозреваю, что он тут. Единственное закрытое место было. Хотя, по идее, какой смысл закрывать будку? На то пошло. Блин, как будто бы СКС можно было взять на самом деле. Там чела убили, да? Надо вот этого типа тогда убить. У него драгунов. Да, тут чел приехал и тоже умер просто у БРДМа. Схоронка чисто БРДМная. Но мне тут плоховато на самом деле. Плохая местность. Мне бы выше подняться, но я хочу вот этого убить. А как мне его триггернуть? А, вот он сам триггернулся. Давайте вот так вот сделаем. Все. Ну что ж, в принципе, сколько? 3 килла, да? 3, да, сделал я? Мне в любом случае надо тут полутать. Как ни крути. Хотя бы вот так взять, наконец. Ну и выиграть катку осталось, по идее. Ты, я беру просто тачку и... А, ну она у него все, да? Я понял. Тачка, все. Ну, я просто тут тогда пройду. Фулбу сделаю. Броник можешь починить? Да, я думаю, нет нужды пока что.
Хотя... Давайте. Чтоб уж прям хорошо все было. Да, зона, конечно, ну прям... противненькая. У меня где-то справа чел. Слушайте, я, наверное, знаете, что сделаю? Сразу в зону просто сюда зайду и все. Покажи, плиз, настройки сенсы после игры. Буду благодарен. Да, все настройки покажу после игры. Спасибо большое, спасибо за соточку. За это я благодарен вам. Спасибо. Ну, тут у меня уже может, конечно, чел быть какой-то. Возможно. Крадущийся тигр. Тут камень такой нормальный. Чел куда-то. Он сейчас всех типов мне, скорее всего, покажет с этой тачкой. Вот единственное, я бы не хотел на какого-то лежачего типа прям нарваться максимально. Опять живых, типа, это, ну, может такое произойти. На самом деле. Где они все с той стороны играют, что ли? Не верю. Где-то должен лежать чел. Где-то должен. То есть там чел, еще двое где-то бегает. И где эти двое? Ну, говоря, скорее всего, они тогда на дороге лежат. Я больше, ну, типа, не знаю, где. Где тут еще можно быть? Если я тут вообще никого не вижу. Где-то, наверное... Ошибка. Максимальная. А, ну вот он стреляет. Там СКС и драгунов получается. СКС, скорее всего, где-то тут играет. А драгунов передо мной. Я не понимаю пока что. А, теперь понимаю. А, все это? Это последний был? Офигеть. Это был последний. Ну, слушайте, вообще шикарная катка, я считаю. Мы вышли 9 киллов с починок. Полутали рысь. Взорвали БРДМ. Убили еще двух типов с рыси. Ну, я считаю, что это прям очень хорошая катка. Прям достойная лайка, комментария. И напишите, реально, вот вы как считаете, должна она ваншотить в тело или нет? Я считаю, что должна. Что раньше было, что АВМ ваншотила вообще во все. Кроме третьей брони. Типа она ваншотила во вторую броню. А в третью нет. Так вот, боялись вообще, когда на карте АВМ, просто боялись. Поэтому как-то так. Ну и настройки покажу сразу тогда. 1728, текстурки средние и управление вот 400 dpi.